БДСМ — это исключительно про боль. Что самое жесткое просили гости? Кастрировать. Кастрировать? И убить. Ты-то умрешь, а мне-то что с этим? Кому-то нравится языком, например, унитаз облизывать. Я хочу попользоваться твоим членом. В основном женатые, суперначальники, политики, а ночью не любишь, чтобы их там трахали в пол. Почему тебе нравится стропонить мужчин? Мужчина заплатил мне 200 тысяч, повалил, начал насиловать. Заставил ее сосать у своей овчарки. Писал на нее, мужчина заставлял все это пить. Если мужчина любит стропон, то он гей. Да, прежде чем мы приступим к новому вопросу, вот мы делали короткую паузу, для зрителей скажу, нам тут немножко... Как это было? Пажизм, да? Да, пажизм. У нас тут Паш, ну, это наш помощник, нормально. Короче, расскажи, пожалуйста, еще раз, что такое пажизм, потому что это пажизм, простым языком, подай, принеси, то есть прислужи, то есть паж, он прислуживает, например, может, например, паж там принести напитки, или, например, пажи могут приготовить что-то, они могут убраться. Но насчет уборки очень многие, как правило, рабы, они, в принципе, убираются так не особо. Кому-то нравится языком, например, унитаз облизывать и таким образом его чистить. Не знаю, у меня, например, дома всегда и идеально чистый унитаз, наверное, они на это и рассчитывают, чтобы он был чистым. Хотя кому как. Рабы бывают, крадут трусы у верхних женщин, что потом дома, видимо, их то ли носить, то ли нюхать, я не знаю. Но трусы, например, у меня, конечно, не агент-провокатор, но было бы обидно, если бы я открыл ящик, у меня там нет нижнего белья, или его стало меньше. То есть, ладно, ты взял трусы, ты предупреждали, спроси, можно ли там, ты заплати за них. Ну, вот у меня у знакомой верхней недавно украли дорогие трусы, было очень обидно. Трусы стали дороже, чем час ее сессии. Так что бывает и такое. Что я еще хотела сказать про пажизм? По сути, у нас в России как бы такой пажизм, в принципе, в семье очень развит. И там понятно, кто бытовое в роли. Бытовое рабство. Пажа выступает нам. Да. Трэш. Да. Ты работаешь только госпожой или и по классике тоже? Тут, наверное, немножечко твой вопрос сам по себе переформулирую. То есть скажу в рамках БДСМ культуры. То есть в рамках БДСМ культуры считается, что секс не предусмотрен. Но у меня на это свое мнение, в том плане, что я госпожа, соответственно, решать, что я буду делать на своих практиках, в общем-то, мне. И я ничего не имею против секса. То есть я его люблю, я получаю от него удовольствие. Единственное, что я стараюсь в рамках практики, это развернуть и преподнести иначе. То есть мы не просто, у нас вспыхнула страсть, и мы начали любить друг друга, а я это преподношу как я хочу попользоваться твоим членом». То есть я его ставлю в позицию своей игрушки, то есть и я удовлетворилась. То есть не обязательно, что он от этого секса там должен кончить. То есть я удовлетворяю себя. А чаще клиенты хотят исключительно доминирование без продолжения, без классического секса или же с классическим сексом? Чаще всего без классического секса. То есть классический секс они могут получить где угодно, и в частности дома у других девушек. То есть ко мне они все-таки приходят за новым каким-то опытом. И чаще всего в этой истории присутствует, ну, как я сказала, принудительный куни и стропон. То есть это то, зачем обычно ко мне они идут. Ты упоминала, что ты делаешь на своих практиках только то, что для тебя приемлемо, и то, что приносит тебе удовольствие. Интересный вопрос возникает. Почему тебе нравится стропонить мужчин? То есть удовольствие какое в этом? Во-первых, физически, я бы не сказала, что меня физически это безумно возбуждает. Я возбуждаюсь на сессиях в первую очередь именно в своей голове, внутри себя. И я чувствую власть, когда я это делаю, когда я связываю, когда я стропоню. Я просто вижу реакцию, как мужчина на это реагирует, как они там извиваются, как они от этого ярко кончают, как они потом благодаря за новые ощущения, новые эмоции, потому что для многих это впервые. И, наверное, даже дело не столько в процессе, а сколько в самом факте благодарности после. Мне нравится открывать какие-то новые завесы, открывать новые удовольствия, быть таким проводником в темный таинственный мир. Анальный. Глубокий такой. Иными словами, для тебя это удовольствие не физического порядка, а психологическое, правильно?
Да, больше скажу, что я крайне редко кончаю на BDSM-сессии. Я иногда очень редко испытываю топ-спейс. Это что-то такое похоже на оргазм-приход-экстаз, когда испытывают именно верхний. Да, это именно про моральное, это про то, что находится у тебя в голове. Uh-huh. А сам оргазм для меня совершенно вторичен. Если я захочу кончить, я помастурбирую. Бывает такое, что клиенты приходят просто поговорить. Вот ты госпожа, но они приходят к тебе не за БДСМ, не за сексом, просто поговорить. Да, конечно же, бывает. Бывает, что просто хотят посидеть, расслабиться. Я недавно закончила курсы кальянщиков, поэтому я могу им профессионально сделать кальян. И, соответственно, дома хороший запас алкоголя, хороший мини-бар. И, соответственно, я рада видеть своих гостей с любыми их целями и пожеланиями. А вот когда к тебе мужчина, неважно, мужчина, женщина, клиент приходит на сессию, перед тем, как приступить именно к самой сессии, вы можете попить чай, поболтать, и вот когда это происходит, вы общаетесь на равных, как человек с человеком, правильно я понимаю? Да, в основном так и происходит, нужно немножко как-то раскочегать атмосферу, у мужчины очень часто нервничают, особенно когда первый раз госпоже, они там вот мнутся и не знают, как себя вести. Я сначала там чай, кофе, там, не знаю, можно бокальчик вина, там баночку пива, пытаюсь как-то там кальян или еще что-нибудь такое. Сначала мы общаемся просто как люди, да, он общается со мной на «вы», но я стараюсь успокоить и говорю с ним просто как человек. Потом уже мы заходим в комнату, я начинаю уже работать с ним как госпожа. У кого-то это символически, когда включается музыка, у кого-то, когда там одевается ошейник, то есть всех по-разному. Очень интересно, кто к тебе приходит. Опиши, пожалуйста, портрет своего клиента. Ну, это мужчина, как правило, 95% случаев мужчина, 30+, в основном женатые. Uh-huh. Есть стереотип о том, что к госпоже приходят мужчины, которые там в жизни они суперначальники, политики, а ночью они любят, чтобы их там трахали в попу. На самом деле этот стереотип имеет под собой основание, и действительно очень часто приходят мужчины, у которых подчинение много человек, у которых такая очень какая-то важная, ответственная работа, не обязательно связанная с политикой, это вообще не факт. Почему это происходит? Потому что на работе он прессует какое-то определенное количество людей, но его никто не прессует. Он кричит, там, раздает приказы, указания, ему никто ничего не может сказать, и может быть там он еще и дома тоже, весь такой из себя громкий властный хозяин. И ему нужно, чтобы что-то компенсировало, ему нужно вот именно почувствовать вот это вот отдушину, выдохнуть. За этим приходят госпожи, чтобы на себя примерить какую-то необычную роль, либо кто-то проигрывает какие-то свои посттравматические синдромы, тревожное расстройство. У меня близкая подруга, она занимается профилактикой тревожного расстройства во время связывания, потому что она испытывает большой стресс, когда она обездвижена, она не контролирует ситуацию, ее связали, все. А потом, когда с нее снимают вот эти вот веревки, она понимает, что ничего страшного не произошло, и все было прекрасно, и вот тревога таким вот клин-клином она уходит. Здесь также мужчина, по внешности не могу описать, русские в основном, хотя мусульмане тоже приходят, говорят, что вот там мусульмане там никогда к БДСМ никакого отношения нет, это зависит не от религии, не от того, с какой-то страны, какого-то возраста, это просто какой-то человек. Мой среднестатистический клиент – это, по большому счету, среднестатистический мужчина, то есть успешный, состоявшийся, где-то от 30-35 до 45 где-то лет. И в жизни, в обычной, никогда не подумаешь, что ему нравится что-то необычное. То есть это властные, сильные, успешные, красивые мужчины. Обычно просто представляю, что это должен быть какой-то такой своеобразный человек, но нет. То есть за столом переговоров его никак не вычислить. Что вообще приводит людей в БДСМ-практики? Мне кажется, для мужчин это желание, особенно для руководящих мужчин, это желание передать кому-то эту ведущую роль и побыть хотя бы на какое-то время слабым, ведомым. То есть и просто отдаться в руки сильной женщине. Расскажи, пожалуйста, про свой самый дорогой заказ. Ну, у меня был такой один заказ.
На самом деле все произошло забавно. Это был заказ, кстати, через посредника, то есть мне нужно было еще половину от него отдать. И мужчина заплатил мне 200 тысяч грязными за сутки. Думаю, ну 100 тысяч рублей чистыми тоже очень-очень круто. Я к нему приехала, он был на посуточной квартире. Он мне просто всучил наличку, лег и уснул. То есть он был пьяным, просто вдрызг, молодой, симпатичный, все хорошо. Но я не досидела до утра, он просыпается, собрался такой, ну ладно, я пошел на работу. Я, типа, ну, в принципе, ты можешь тоже ехать домой. Я такая, ну ладно, хорошо. То есть ничего на самом деле интересного не было, был такой один раз, но тогда было так тяжело переводить половину. Вот у тебя в руках 200 тысяч рублей впервые в жизни, ты 100 просто кому-то даешь, просто за то, что тебе даже не дали номер телефона, а просто свели с человеком. У меня даже его номера не осталось, к сожалению. Я, честно говоря, предпочитаю не говорить про деньги, то есть отношусь к категории людей, которые считают, что деньги любят тишину. Окей, это было до 500 тысяч или свыше 500 тысяч рублей? Это было немножечко больше. Окей, ладно. Я сейчас такая, а сколько длился заказ? Там, а что там было? Это ладно, чай. Чаевые, да, оставили свыше так? Что бы ты посоветовала в ситуации, когда одному партнеру хочется попробовать БДСМ-практики, а другой партнер в отношениях категорически против этого? Здесь очень важный момент относительно второго партнера. Он не хочет, потому что ему это не нравится, или он не хочет, потому что он не знает, что с этим делать. Потому что у меня были ситуации, когда молодые люди мне рассказывали про девушек, которые не хотят. Потом я общалась с этими девушками, и они мне говорили, что дело в том, что я не понимаю, как и что с ним делать. Ну, и в данном случае будет минутка саморекламы. То есть, если речь идет о том, что девушка не знает, что делать, то у меня есть прекрасный обучающий курс. А если речь идет о том, что партнер действительно знает и понимает, о чем речь, но не хочет, то, соответственно, это либо прийти ко мне, ну, либо поменять девушку. Распространена ли история, когда люди расстаются на этой почве? Я думаю, что нет. Чаще всего это просто какой-то гештальт и какой-то опыт, который хочется иметь периодически. То есть, и этого вполне достаточно. То есть образно сходить два раза в год ко мне и, в общем-то, удовлетворить все свои тайные желания. А дальше хотелось бы узнать, что самое жесткое просили гости? Кастрировать. Кастрировать? И убить. Но это все такие дрожь фантазии на тему, там, я хочу, чтобы там меня убила госпожа. Это, я не знаю, есть такой термин, я не помню, когда мужчина хочет, чтобы его убила проститутка. Как-то это, сексологи как-то это назвали. Здесь то же самое, чтобы убила госпожа, и я говорю, нет, я же не ебубо, я же не хочу, чтобы меня потом в тюрьму посадить. Ты-то умрешь, а мне-то что с этим делать? Зачем мне эта кастрация тоже? Ну, я не знаю, есть те, которые действительно хотят, чтобы их кастрировали, но в основном это просто дрочеры на тему фантазии, там вот меня там линчуют, от меня отрежут руки-ноги, это такое супер-классное доминирование. Да нет, на самом деле я не думаю, что, может быть, пару человек, тройка есть, которые реально этого хотят. Ну, просили, но на просьбе все закончилось. Расскажи, пожалуйста, про какие-нибудь свои жесткие трэш-истории. Я очень рада, на самом деле, что у тебя не было никакого ужасного опыта. Надеюсь, так и будет дальше. Но, может быть, у кого-то из твоих коллег, кто работает, например, не по БДСМ-тематике, а в обычном эскорте. По классике. Да, на самом деле по классике трэш-историй намного больше, хотя, казалось бы, БДСМ, садомаза, наверное, там такая жесть происходит. На самом деле нет, это не так. Я расскажу историю своей одной близкой подруги. Она работает просто в эскорте на небольшом ценнике, там, по-моему, 7 тысяч рублей в час. Расскажу тогда, наверное, от ее лица, то есть как на самом деле все это было. Она рассказывает, что она приехала к мужчине абсолютно с виду нормальному, адекватному, зашла к нему домой, все хорошо, видно, что пустой пузырь из-под водки, то есть мужчина уже такой готовый. Она садится, спрашивает у него про деньги, мол, ну ты мне переведи, пожалуйста, там мои денежки за 2 часа, я уберу телефон, и мы с тобой уже продолжим мило общаться. И сразу же с порога, ты чё, про деньги, что ли, ты чё, нормальная, типа, я базых проституток, бля, не люблю.
И если ты борзая проститутка, ну-ка встала, пошла отсюда нахер. И казалось бы, а что ты в этом случае сделаешь? Ты, может быть, ты встанешь, он тебе ударит, и типа как-то смело вставать, уходить. Непонятно, как себя поведет человек, когда он очень сильно пьяный, и от него прям исходит такая вот агрессия. Но она просто села такая, улыбнулась, типа, да нет, извини, там мне диспетчер просто пишет. Он ей перевел там на пару тысяч меньше. Я уж не помню, ну там немного меньше, чем должен был перевести. Она говорит, ну ты мне там еще подокинешь потом и когда-нибудь, может быть, если захочешь. Вот там уже просто страшно что-то говорить. И он просто постоянно наливал. Потом он ей подмешал там какой-то бутерат. Это бывает такое, что подмешивают что-то девушкам на встречах. И как она это поняла, просто в какой-то момент такое чувство от одного бокала, как будто ты выпил ящик, наверное, водки. То есть это абсолютно неадекватное состояние, ты не контролируешь свое тело. Ну, он просто повалил, начал насиловать во все, что только можно насиловать. Она там плакала, валялась безвольной куклой. Он продолжал это делать. Потом закончилось время. Он сказал, я тебя сейчас буду продлевать. И она поняла, что особо когда свалить так просто не получится, но и оставаться она не хочет. Ну и она сказала, хорошо, я сейчас в душ пойду. Ушла, взяла просто пальто, в руки сапоги, выбежала, ну, там хотя бы уже в белье. И ускакала. Он еще на следующий день написал, мол, ты мне так понравилась, приезжай ко мне снова. То есть бывает такое. Но самая жесткая история, я читала, я состою в некоторых чатах с заказами, там со всяким БДСМ, там бывают они с перемешку с обычными, но раз в месяц там БДСМ заказ бывает. И там в чате в болталке написали про одну историю, про девушку, которая приехала к мужчине, он какой-то, то ли он сейчас служит где-то в таких структурах, либо он работал в них. Он ей заплатил деньги, потом он потребовал деньги назад, он ее запер, он ее напоил, он заставил ее сосать у своей овчарки. Он писал на нее, мужчина заставлял все это пить, он носил ее ногой, потом он ее насиловал огромным стропоном в попу, у нее ни разу не было анального секса, и избивал за каждый звук. Это продолжалось сутки. Но, конечно, иногда бывает, что девушки наговаривают специально, чтобы к нему больше никто... Вот он не доплатил там тебе за доп. Услугу, и ты там начинаешь про него везде говорить, да он там со мной мудак, там, он меня там изнасиловал, просто чтобы к нему больше никто не поехал. Такие девушки тоже бывают. Я склонна... Ладно, если что, я склонна верить, но хочется надеяться, что это все преувеличено в 300 тысяч раз. Ну, просто вот, логичнее было бы пойти посадить его... Но я бы, мне было бы плевать на любое разглашение о том, что я там кем-то работаю, да. Если бы такое было, я бы пошла в полицию, я бы, не знаю, я бы там пошла во все возможные там телешоу, куда угодно, лишь бы чтобы этому человеку не дать спокойно жить. Не знаю, чем это все закончилось. Есть ли у тебя молодой человек, мужчина вне работы, с кем у тебя отношения? У меня отношения только с моей работой и с моими гостями. Не на данном этапе, а, например, когда ты будешь готова к построению отношений, семьи, неважно, какой формат, ты бы хотела с мужчиной иметь формат верхний и нижнего или стандартные классические взаимоотношения? Я, наверное, хотела бы просто встретить человека, который бы меня достаточно заинтересовал, а с любыми его сексуальными пожеланиями и потребностями я бы справилась. Даже стала бы нижней? Не до такой степени. В разумных пределах. Расскажи, пожалуйста, про наиболее частые стереотипы, связанные с БДСМ. Самый распространенный стереотип о том, что БДСМ — это исключительно про боль. На самом деле ко мне очень мало приходят мужчин, которые хотят испытать именно боль. Они приходят именно за доминированием, без каких-либо физических там, практик, увечий и так далее.
Я больше скажу, что очень многие пары, обычные, так скажем, ванильные, как называют пары, они в своей сексуальной жизни используют элементы БДСМ, даже не подозревая об этом. То есть, например, даже в древней Камасутре описываются покусывание, там, прикрикивание, какие-то такие вот элементы, которые являются частью большой БДСМ-культуры. То есть, например, схватить там за волосы или там, связать руки платочком или что-нибудь, игры со льдом, игры с воском, игры, например, с там, завязыванием глаз, там перышко, это все относится к культуре БДСМ. И очень многие люди просто не подозревают, что они на самом деле к этой культуре немножечко, чуть-чуть совсем причастны. Ну и второй стереотип о том, что верхняя женщина это обязательно такая вот а-ля леди Димитреску, она такая вот высокая, у нее огромные красные губы, такие лакированные черные волосы с хвостом, у нее там латексный комбинезон. Нет, это не так. То есть, например, мне часто говорят, ты такая милая, такая нежная, как ты можешь доминировать? На самом деле, вот если так порассуждать, от девушки, которая выглядит агрессивно, такая вот вся такая себя доминатрикс, от нее ты ждешь именно такого, что она будет такой строгой госпожой. Но если девушка с виду, в принципе, такая милая, а от нее тебе интересно посмотреть, как она перевоплотится, как она будет себя вести, как она будет себя преподносить, на каждую госпожу найдется свой нижний, и на каждого нижнего найдется своя госпожа. Поэтому это круто, что сейчас есть не только классические образы, а есть там, у меня есть знакомая госпожа, у нее там эльфийские уши, клыки, у нее короткие волосы, и она очень популярна в своем узком кругу, и у нее очень много преданных таких вот фанатов, я бы сказала. Ну и третий стереотип, что люди, которые увлекаются БДСМ или практикуют его, они больные на голову. Что у них какие-то психические отклонения, что нормальный человек, он, ну, он никогда не попросит, например, там, себя отшлепать или связать, типа это ненормально. Но на самом деле исследования показали, что люди, которые практикуют БДСМ, меньше склонны к агрессии, насилию в реальной жизни. То есть они это выплескивают где-то, они это делают именно в постели. Они реализовывают какие-то свои, например, тягу к агрессии, или тягу, например, к насилию, или любовь к ножам, нанесению увечий. Они это все переносят вот туда и делают это в определенных рамках. И поэтому в жизни у них кукушка, наоборот, остается на месте, крыша у них не протекает. Так что вот это, наверное, три самых распространенных стереотипа. А, еще нет, четвертый. Нижние мужчины, они... Если мужчина любит стропон, то он гей. То он либо латентный гей, либо он на самом деле гомосексуалист. Ну, во-первых, нет ничего плохого в том, чтобы быть геем, но даже если опустить этот факт, если я женщина, которая надела стропон, я от этого не превращаюсь в мужчину. Я просто женщина, которая надела стропон. И в этом нет ничего такого страшного, такого удивительного. Это просто вид секса, это вид удовольствия, как оральный секс, как там, вагинальный секс или как анальный секс. Поэтому мужчины очень много упускают, на самом деле, когда запрещают какие-либо поползновения к своему сокровенному месту, ведь у них там есть точка П, простата, и они очень-очень ярко кончают, финишируют, когда им простату стимулируют. А стропон простату стимулирует очень хорошо. Поэтому я рекомендую парам все-таки пробовать разные новые интересные штуки, тем более, что это остается только между вами, в вашей спальне. Это замечательно. Какие у тебя дальнейшие планы? Сколько ты еще планируешь работать в сфере? У меня работа по любви, и, в общем-то, планирую работать до тех пор, пока буду востребована. То есть сейчас я открываю свою BDSM-студию в Питере. Хочу потихонечку начинать развиваться в Москве и надеюсь, что здесь тоже постепенно я смогу что-нибудь сделать и открыть. А если ты встретишь в сфере человека, которого полюбишь, он полюбит тебя? Это должен быть, наверное, как в твоей ситуации, это должен быть человек, который примет меня вместе с моей работой, иначе очень вряд ли мы сможем с ним иметь что-то долгосрочное. И такой вопрос, я не люблю эти вопросы, но просто знаю, что зрителям это интересно, мне любят задавать их. Есть ли у тебя какая-то альтернатива, чем бы ты еще хотела заниматься по жизни, вот если не этот бизнес? Я настолько искренне и сильно люблю то, что делаю. То есть я люблю свой канал, который я ежедневно веду. Я люблю своих подписчиков, я люблю съемки, я люблю сессии, люблю своих гостей. Поэтому на данном этапе у меня даже, наверное, нет вариантов. Вопрос, который не любят большинство эскортниц. Планируешь ли ты детей вообще? Вообще все. Я считаю, что детей нужно планировать в первую очередь. Это должен был не проект ребенок, а детей нужно планировать от любимого человека.
Поэтому я думаю, что на данном этапе мы остановимся на поиске человека. Напоследок я бы хотела у тебя спросить, возможно, это будет какой-то немножко неэтичный вопрос, но я хотела бы у тебя поинтересоваться, почему ты работаешь по такому относительно невысокому прайсу. Почему я это спрашиваю? Потому что я считаю, что ты должна брать выше, с тобой очень приятно общаться, это первое. Во-вторых, ты очень сведуща в своей теме. Ты, то есть, прям хорошо знаешь, чем ты занимаешься, ты профессионал в этом. И я считаю, что твои услуги должны стоить дороже. Вот. Это мое мнение, и хотелось бы услышать, почему ты не решаешься поднять прайс. Ну, теперь уже думаю, ну, надо, наверное. Сейчас мужчины такие, Ангелина, что ты наделала? Но вообще я снимаю квартиру двухкомнатную и хочу вторую комнату немножко переделать под, ну, громко говоря, студию, переклеить обои, там, красиво ее обставить, ну, сделать такую мини-домашнюю студию. Как только я это сделаю, я обязательно подниму прайс. У меня будет свое прям классное место для проведения сессий. Ну, ты бы могла поднять прайс и гораздо быстрее накопить денег, чтобы сделать эту студию. Ну, ладно, подниму. Спасибо большое, что пришла. На этом мы завершим наше интервью. Мне было очень интересно. Надеюсь, что моим подписчикам тоже. Я хочу сказать тебе огромное спасибо, что пригласила. У тебя очень интересный канал, контент и прекрасная ты. И если сейчас наши зрители еще не подписались, я думаю, что им обязательно стоит это сделать. Угу. Было очень интересно с тобой пообщаться. Просто выше всяких моих ожиданий, на самом деле. Спасибо. Прям очень интересно. И огромное тебе спасибо, что выделила время и поучаствовала. Тебе спасибо, что пригласила. На самом деле, очень хотела к тебе попасть, фантазировала об этом. И тут ты мне написала, я такая, вау. Блядь, да нахуя спасибо за просмотр, это мне спасибо, блядь. И спасибо вам за просмотр этого видео. Поставьте лайк, если вам понравилось. Всем пока.